А Яка по итогу насколько зашла по геймплею? Хорошо, но Кацин лучше. Кацин лучше, потому что мой любимый перс. Ну, Кацин мой любимый перс, но... Но! Ну, я могу пояснить сейчас, смотрите. Сейчас я быстренько сделаю. Сугой! Ну, значит, что для меня... Блин, как бы вам бы сейчас так рассказать-то? Ну, короче, вот взять Кацин и Аяку, да? Ну, давайте начнем с плюсов Аяки. Для меня. Все это, блядь, лишний раз говорю, что это лично для меня. Лично для меня. Расспросили в чате. С утра мучаюсь сборкой прокачки предметов для бал. О, понимаю. Ну, во-первых, мне у Аяки нравится спринт. Я знаю, что я извращенец. Мало кому нравился спринт моны, но мне нравится спринт моны. Соответственно, мне нравится спринт Аяки. Отдельный хороший плюс для меня — это то, что она дамажит еще, когда из него, ну, крио там. Когда из него выскакивает. Это мне супер нравится. Прям. Я мега доволен. Второй плюс для меня — это ее халда. Ее халда мне нравится больше, чем кациновская. Вот, потому что она... Потому что враги от нее не отлетают. И это весьма весомый плюс. Но в то же время ее халда такой же весомый минус. Вот. Потому что если сравнивать халду ее... Вот так вот, например. Раз, 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 раз. А потом сделать вот так вот. Только Кацин бьет гораздо быстрее. И в моем случае это минус, потому что, несмотря на то, что минус халды Кацин в том, что отлетают враги от этого, но если стоит какой-нибудь робот, то Кацин, например, насрать вообще, да, или какой-нибудь там Митачуру или еще кто-нибудь. И мне гораздо больше нравится халда Кацин просто тупо из-за того, что она быстрее и удобнее в этом плане, нежели халда Аяки. Потому что вот эти вот микросекунды вот этой вот задержки, видите, когда взмах, и вот потом идет халда, меня раздражает, если честно. Поэтому тут как бы двойственно. Не могу никак к этому привыкнуть. Вот, и как-то нету вот такого привычки, как у Цин, вот так вот. То есть ты же не будешь у Аяки так стоять все время. И как бы такое. Ну, криты, не криты, это мне насрать. Вот. Так, какой еще плюс Аяки? Ну... Наверное, такой малюсенький плюс то, что у нее, в принципе, мувсет такой, как бы, мне более приятный, что ли, чем у Кацин, например. То есть, если Аякой мне приятно вот так вот сражаться, например, да, делать вот так, там, несколько ударов, а потом ульту, то вот у Кацин я почти никогда не использую вот это вот, ну, точнее, нет, вот это вот движение. Мне гораздо удобнее, когда ты просто удар, взмах, а у Аяки, то есть, ты можешь... делать вот так, и мне так вот гораздо больше нравится, чем, например, там, делать один или два удара, а потом халду, то есть ты делаешь фу, вот, ну, почти фу комбо, например, да, потому что тут вот этот классный удар, а потом халду, и мне так, короче, нравится больше. Помочь с ачивкой, где нужно убить самурай, ну, подожди, не сейчас. По поводу того, кто больше стамины жрет, вот я не согласен, Аяка у меня жрет стамины больше. Это, кстати, тоже минус Аяки, потому что, например, если у Кацин я сделаю вот так, а потом буду просто стоять и бить, то достаточно большое количество врагов за вот это комбо умрет. А у Аяки надо сделать вот так, потом вот так, потом вот опять вот так, а тут вдруг инфузия кончится, значит, ты должен еще потратить стаминки, чтобы нырнуть. И, как по мне, это гораздо быстрее у нее тратит стамину, чем у Кацин. Не знаю, мне это не очень нравится. Потому что мне неудобно. Вот это здорово, конечно, но неудобно. Ну и опять же, несмотря на то, что мне нравится, что у нее инфузия через... вот, ну, спринт, то у Кацин мне все равно нравится инфузия больше, потому что через Ешку гораздо мне удобнее комбо делать. Потому что ты делаешь Ешку, потом она там еще бьет после Ешки, когда телепортируется, а потом халдой фигачит. Так что... Как бы тоже вот так. Ну потом, мне не нравится ульта Аяки. Наверное, она бы мне нравилась больше, чем... если, наверное, она бы мне нравилась больше, чем... ой, то есть... Больше, если бы она у меня была C2. Вот. Но на C0 она мне не нравится совершенно. Потому что кто бы там что ни говорил, я знаю, что она мощная, классная, ухуяривает всех. Но как же, сука, она часто мажет.
И ладно, если так это не особо критично, то в бездне, например, мне это критично. А использовать там вот эти вот всякие костыли типа моны или синсю, блин, а если, блядь, я не хочу моны и синсю, что мне теперь делать? А если у меня нету их? Почему я должен ими играть, чтобы ульта Аяки всегда попадала куда надо? Вот, то есть это, меня это не устраивает. У Куцин в этом плане мне ульта нравится больше. Она никогда не промахивается, ты просто встаешь в серединку Куцин, хуяешь ульту и, типа, все прям... Муа. Враги разлетаются, при этом у Куцин можно делать, там, комбище, допустим. Блин, ну я сейчас не продемонстрирую, но, например, короче, там, одно из популярных комбо, это ты вот так вот делаешь, потом ульту, потом телепортишься, удар сверху, и получается супер круто. Вот, а Аяка просто запускает ульту. Вот. Ну, допустим, опять, плюс Аяки, например, опять же, в ее Ешке. Мне нравится Ешка Аяки, потому что она мощная, очень хорошо бьет. Я вообще был приятно удивлен, потому что вначале я на ее Ешку не обращал внимания. Вот, а Ешка Аяки, она очень крутая. То есть постоянно очень удобно периодически нажимать на Ешку, чтобы вносить дополнительный дамаг. Все дела, короче. Ну, то есть, вот прям супер нравится мне. В этом плане Ешка у Куцин, как по мне, хуже. Ну, то есть, если рассматривать Ешку отдельно, то, блин, ну, ты Ешку Куцин как-то так не будешь пользовать, то есть Ешку Куцин, да, а потом там, например, надо обязательно делать комбо. У Аяки можно там бах, переключиться, там, допустим, бахнуть Ешку, а потом переключиться на Джин, бахнуть еще раз, например. Очень, очень супер удобно. Вот. Прям очень круто. Вот. И как бы с этой стороны мне вот Ешка Аяки нравится больше, чем Ешка Куцин. Так, что еще-то? Что-то я еще, наверное, не сказал. Ешка, ульта, холда. Вроде бы все сказал. Ну, по характеристикам. Ну, это уже так, детали. Ну да, наверное, все. Ну, то есть, вот по совокупности всего того, что я вам рассказал, мне Куцин как-то все равно ближе, чем Аяка. Не сказать, что прям вообще, да, то есть мерзко Аяка играть или там что-то еще нет, ну, несмотря на то, что Аяка и Куцин одинаковы по геймплею, я всегда говорил это, да, то есть это у них, они различаются только методом инфузии, вот. Но все равно как-то Куцин мне, не знаю, чуть более удобно, чем Аяка. Такие дела.